Чок улотту олордун бийиктери, чок кудай бол кыргызынын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталап үйрөткөн мени сени. Толкун болот деңиздин терең жери, толкундай бол кыргызымдын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси бол деп толугун этерөгөн мени сени деп айтылуу акын Байдулла Сарыногоевдун ырсаптарын айтылгандай, бүгүн Кыргызстандын эр азаматтардын, аталардын, агалардын майрамы. Здравствуйте, наши многоуважаемые телезрители! Сегодня праздник, День защитника Отечества. Мы поздравляем всех мужчин Кыргызстана с этим днем, 23 февраля. Мы желаем вам хорошего настроения, успехов и счастья. И, конечно же, чистого и мирного неба над головой. Эмесе Кечидай долбоорунун майрамдык чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Thank you.
Атамекенди коргоочу бул бир гана чеп бетине турган жокер эмес. Бул биздин саламаттыкты сактоого, экономикабызга, билим берүүгө салымын кошуп жаткан ар бир атуу. Ушул майрам күнү жүрөгү Кыргызстан, кыргыз жери деп соккон мекенине чын дил менен күйгөн адамдарга күч кубат, бейпил жашоо жана бакубат жашоо каалайбыз. Дорогие наши защитники, танцевальный ансамбль «Айданек» поздравляет вас с праздником! Ура! 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 Я бы мог служить в спецназе и в невидимых войсках. Летчики подался, чтобы мчаться в облаках. Я бы мог стрелять из пушки и ракеты запускать. Только это не игрушки, воевать так воевать. Я бы мог служить на флоте и свистеть большой свисток. Я бы мог служить в пехоте и траву бы красить мог. Я держал бы все на мушке, что положено держать. Только это не игрушки, воевать так воевать. Ядрёна мать! Эх, а ты банды, успеем мы, солдаты. Эх, а ты банды, зачем нам воевать? Эх, а ты банды, мы бравые ребята. Бравые ребята, гулять так всем гулять. Эх, а ты баты, успеем мы, солдаты. Эх, а ты баты, зачем нам воевать? Эх, а ты баты, мы бравые ребята. Мы бравые ребята, гулять так всем гулять. Я бы мог таскать снаряды, отжиматься, чтобы не спать. Я бы мог ходить в наряды, мог бы бляшки начищать. Я летал бы на вертушке, самого купа гулять. Только это не игрушки, воевать так воевать. Ядрёна мать! Эх, а ты банды, успеем мы, солдаты. Эх, а ты банды, зачем нам воевать? Эх, а ты банды, мы бравые ребята. Бравые ребята, гулять так всем гулять. Эх, а ты баты, успеем мы, солдаты. Эх, а ты баты, зачем нам воевать? Эх, а ты баты, мы бравые ребята. Мы бравые ребята, гулять так всем гулять. Эх, а ты баты, зачем нам воевать? Эх, а ты баты, мы бравые ребята. Мы бравые ребята, гулять так всем гулять. Эх, а ты баты, успеем мы, солдаты. Эх, а ты баты, зачем нам воевать? Эх, а ты баты, мы бравые ребята. Мы бравые ребята, гулять так всем гулять. Папин праздник – главный праздник всех мальчишек и мужчин. И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим. Чтобы вновь прижаться к твоему плечу.
ты, папа, как горжусь тобой. Ничего не страшно в жизни, если рядом ты. Как волшебник исполняешь все мечты. Мой отец самый-самый дорогой. Родная доченька моя, и легко на сердце сразу у меня, да. Обниму тебя так крепко, поблагодарю за твою любовь, за неземную. Автор Жоомарт Бүкөнбаев. Поэма «Сильнее крепостной стены». Давным-давно жил в древние годы, не зная невзгод, свободный, счастливый и мирный народ. В садах цвели розы и пел соловей, и родиной каждый гордился своей. Но злые враги развязали войну, угнали стадо, разорили страну. Селения разграбили, ставку снесли, красавиц схватили и в плен увели. Набеги врагов истерзали народ, устроили люди общественный сход. Решили, что надо любой ценой страну оградить крепостной стеной. И стали стену день за днем возводить, желая страну от врагов оградить. Но даже еще не просохла стена, как гордый обвал разлетелась она. Несчастные люди, чтоб стройку понять, причину развала решили узнать. Об этом задумывались мудрецы, об этом куплеты слагали певцы. «Зарежьте коня!» — говорили одни. «Нет, нет, золото надо в основу стены!» Но и самоцветы стену не спасли, какие-то силы ее разнесли. Измучившись, люди хотели понять, какая же причина развала опять? И вдруг явился босой старик, незнакомый с седой бородой. Узнали, что лет 90 ему, что равного нет старику по уму. Что он исходил, повидал белый свет, то дальней священной стране его след. Послушать пришельца собрался народ, то скажет он людям, к чему подведет. Он бороду в правую руку собрал, слова тяжелее свинца, он сказал. Обман не ищите в словах старика, живого заройте в стене, с
стена неприступной будет века. И больше ни слова. Куда рукой помахал, куда-то шагнул и из виду пропал. А люди стояли, ошеломлены. Как быть и что делать, не знали они. Стена жаждет крови, кто к жертве готов? Глашатые спрашивали храбрецов. Никто не сказал, я иду, я готов. Лишь юный сиротка, 13 лет, с плеча сняв шубейку, промолвил в ответ. Пришел я сюда, чтоб сказать об одном. Готов я, меня закопать живьем. И если народ от врагов я спасу, то жизнь свою в жертву не зря понесу. Юнец прислонился к стене крепостной. Закидывать стали сиротку землей. Вдруг плачущий голос вдали зазвучал. Печали и горя высок был накал. Эта мать бежала родную кровинку спасать. Она без отца воспитала его, и зеркальце свет называла его. Сыночка, не надо живьем зарывать, ко мне подойди, жеребеночек мой, тебя обниму и стану рядом с тобой. Кричала, рыдая, несчастная мать. Не плачь, моя мама, слез горьких не лей, будь милая мама, опорой моей. Скажи, моя мать, не для этого ли дня одна ты с надеждой растила меня? Говорила ты мне, сынок дорогой, ставь в жертву святой за родину свой родной. Тогда, повернувшись к народу лицом, такие слова мать сказала с трудом. Себя за отчизну ты в жертву обрек, мое молоко оправдал ты, сынок. Рыдая, слезу вытирала она, прощаюсь, лицо целовала она. Лопату схватила в отчаянии мать, и сына песком начала засыпать. В поступке твоем человечность видна, сердечность, как жемчуг, чиста, ясна. Ты честь мою защитила, сберегла, ты, милая мама, мне силу дала. Они обнялись, попрощались навек, их смелость в течение бурная рек. Песок уже, кажется, шеи достиг, но тут появился тот самый старик. Сынка откопайте, откройте, стену крепостную не стройте. Из камня и глины стена не спасет, навалится враг, стена упадет. Детей воспитайте на благо страны, любовью к отечеству люди сильны. Живите свободно, дружно и вольно, не надо бояться, что нету стены. Врагам же склоненных голов не видать, когда есть такие, как сын и как мать. Небо тысячи глаз сверху смотрит на нас, только небо одно. Никого не предал. Снег ли с неба летит, льет ли с неба вода, только небо с тобой. Лишь оно навсегда. Облаков острова, облаков паруса, там все наши слова, там друзей голоса. Ни любви, ни беды, ничего не тая, мы напротив всегда. Это небо и я.
пути. Никому не дано. Только зло и добро у него на весах. Если небо в душе, значит небо. Сгорают мосты у меня за спиной, но не встанет никто. Ардактуу телегөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей, 2003 жылы кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып, жаш өсүп келе жаткан муундарды мекенчилдикке тарбиялоо үчүн 23 февраль ата мекенди коргоочулардын майрамы деп белгиленген. Бул майрамды Кыргызстандан сырткары Россия, Украина, Беларусь жана Тажик өлкөлөрүндө майрамдалат.
Однажды молодость и зрелость сели на скамейку. Молодость сказала: «А ну-ка, ты, как я, сумей-ка?» Зрелость отвечала: «Вообще-то красота не вечна. Ты научись делиться красотой сердечной». А молодость с насмешкой говорила: «Да что в тебе такого, а? Дом, семья, работа, ну это же скучные оковы». Зрелость улыбалась, будто младшей дочке. Без оков семейных люди одиночки. Но молодость твердила: «Да что ты, все во мне прекрасно, я молода, я свободна, я красива, ясно?» А зрелость тихо-тихо отвечала: «Я тебя мудрее, и с тобой, малышка, спорить не посмею. Лучше повзрослей, узнаешь, что счастье не в свободе, не в ночных гуляньях, не в парижской моде». А молодость громко-громко смеялась: «Ха-ха-ха-ха, да глупости все это! Раз не в этом счастье, значит счастья просто нету». Зрелость отвечала: «Нет, нет, не смейся, оно бывает. Если жить с любимым, небо позволяет, если смех детишек слышится из дома. Ты еще со счастьем, крошка, не знакома». Молодость сказала: «Если правда это, что ж ты ночами плачешь и о чем секреты?» «Я ночами плачу, потому что раньше это не ценила». When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind, humanity cries? You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul, our soul. Yaşlığım at uyarmadı. Ben bu yerde yaşarmadım. Yaşlığım at uyarmadı. Ben bu yerde yaşarmadım. But everyone dies. Don't swallow my soul.
canıma toy elmadım. A la perfección, por mi patria, por mi nación. Ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión. Báilalo por obligación. Qué calor. Por favor, acá en la discoteca, que calor. Y acá para la muñeca, por favor.
время героев по самому высшему праву. Ты подарила далеким и близким годам доблесть и славу и долгую добрую память. Время героев. Ты много оставила нам. Мекениңнин бүтүндүгү элиңдин жаркын келечеги. Кыргыз эли сан миң доллар добушунан кыргыз кылымга артып келе жатканы бул уюткулуу улуу эл экенин таңазалайт. Манас атанын урпактары ар качанда өз өлкөсүнүн кызыкчылыгын дайыма биринчи орунга койгон. Салтын сактаган, тилин унутпаган. Келиңиздер, баарыбыз Кыргызстанды сүйөлү, урматтайлы, коргойлу. Еще раз с праздником вас, дорогие защитники Отечества! Эй, эй, досум, асаба, болгон элге!